На телеканале «Звезда» стартует новый музыкальный проект, который объединит всю страну. Остались считанные дни. Борьба за звание «Лучший голос страны» начнется 7 февраля. С новой звездой, которая будет защищать честь нашего региона, встретилась Марьяна Кручинова. В музыкальном состязании участвуют самые яркие исполнители со всей страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Конкурсанты представляют все 85 субъектов Российской Федерации. Вокальный конкурс «Новая звезда» проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, а жюри конкурса возглавляет знаменитый композитор Максим Дунаевский. Из 85 вокалистов после трех отборочных этапов в полуфинал попадут лишь 24. Они будут бороться за денежный приз и уникальную возможность отправиться в мировое турне вместе с академическим ансамблем «Песни и пляски Российской армии» имени Александрова. За Тамбовскую область будет сражаться преподаватель вокала Знаменской детской школы искусств Дарья Лапий. Со своими воспитанниками она любит петь как популярные, так и военно-патриотические песни. Но именно благодаря видео с концерта, посвященного Дню Победы, Дарья и прошла первый тур конкурса. Впрочем, о том, что она в нем в принципе участвует, девушка узнала неожиданно. Мне поступил звонок, то есть продюсерского центра. Говорит: «Здравствуйте, вы прошли кастинг». Я в недоумении, какой кастинг, я никуда ничего не подавала. И получается так, что я перезваниваю маме, спросить, в чем вообще дело, что происходит. Оказывается, они подали без меня это видео, отправили этот онлайн-кастинг, и я прошла. Следующим, куда более осознанным и ответственным для самой Дарьи решением стал выбор песни. И поражать жюри она решила не зажигательными мотивами, а лирической композицией с глубоким смыслом. Вообще я исполняю песни смысловые, чтобы они, ну как, я донесла зрителю, что я пою. Естественно, то есть я должна пропустить ее через себя, почувствовать эту песню, потому что если я сама ее не почувствую, я не смогу передать вот то состояние зрителям. Именно такой песней стала композиция певицы Зары «Недолюбила». Но чудо не было бы полным, если бы именно эта известная исполнительница не только записала гимн конкурса «Новая звезда», но и стала одним из членов его жюри. Директор Зары ко мне, вот он меня нашел, по всему Главкину он меня искал. Это было очень приятно, правда. И он сказал, говорит, я слышу эту песню каждый день, просто из года в год. И говорит, я первый раз услышала эту песню вообще в другом исполнении, я посмотрела на нее с другой стороны. То есть он говорит, я думала, что эта песня очень простая. Вот. Он говорит, а хотя она не простая совсем, и в ней есть такой смысл там глубокий. На канале «Звезда» шоу выйдет в эфир 7 февраля. Эфир с участием Дарьи 14 марта. Мы же можем поделиться уникальными кадрами превращения преподавателя вокала из Знаменской школы в потенциальную новую звезду уже сейчас. Не любила, не в тот короткий вечер душа застыла. Нечем все разбудила нечаянная встреча, но... Марьяна Кручинова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, «Область новостей».